Друзья, тяжеловесы выходят на ринг. Приглашается боец весом в 96 килограмм. Встречайте, Дмитрий Вовк. Неоднократный участник стрелки. Его оппонентом выступает боец весом в 95 килограмм. Встречайте, Неверов Владимир. Дмитрий Вовк в своих боях очень быстро финиширует своих оппонентов. Обычно бой не продлевается больше минуты. Спасибо за надежду. Мальчик, ко мне! Завершили все подготовки к бою. Судья объясняет правила бойцам. Друзья, Дмитрий Вовк против Неверова Владимира. Бой! Это тяжелый вес, поаплодируем. Валит Дмитрий Вовк своего оппонента. Занимает позицию сверху. Но Владимир удерживает его. Держи, не отпускай. Контролирует за шею уход Дмитрия. Бьет коленом Дмитрий. Стоп! Стойка! Вовк поднимает стойку. Поезд готов! Бой! А нечего минуту смотреть, надо сразу ставить. А так, что-то минуту. Руки смотреть. Подними. Показывай, погнали! Ты уже показываем там действия. Короче, я выжил. Да, работай. Друзья, поддерживай бойцов, чтобы они показали нам бой. Давай, бей еще. Молодец, давай, настигай, не стой, настигай его. Ну все. Сразу прям давай иди. Молодец. Победу одерживает Неверов Владимир. Молодец. На пару слов. Владимир, тебе слово. Да, еще раз добавить сегодняшний выходной. Всех зрителей благодарим за просмотры. За то, что ходите, занимайтесь спортом. Приходите, смотрите. Дмитрий, что пошло не так? Ну скажи нам. Сейчас пока не выберетесь. Денег хватило. Сильнее оказался оппонент. Молодец он. Всем вон спасибо. Камера. Организаторам спасибо. Маме и папе хотел привет передать, чтобы посмотреть. Молодец. Занимайтесь спортом. Аплодисменты, друзья.